Ничего остается до наступления 2018 года. Многие еще думают о подарках близким и друзьям. Тихоокеанская газета для своих подписчиков сюрприз уже подготовила. Редакция газеты объявила о проведении новогоднего розыгрыша призов для подписчиков. Приближается один из самых любимых и долгожданных для многих праздник – Новый год. Жителей захватывает сказочное настроение, хочется быть счастливыми, радостными и дарить друг другу нежность и заботу. И, конечно же, подарки. Тихоокеанская газета для своих читателей сюрпризы уже приготовила. Новогодний розыгрыш призов для подписчиков уже объявлен. Уважаемые жители нашего городского округа, редакция Тихоокеанской газеты совместно с редакцией Тихоокеанского телевидения продолжает традиционно конкурс розыгрыша призов от Тихоокеанской газеты. В Новый год получать подарки любят не только дети, но и взрослые. Поэтому мы постарались приготовить для вас, наши уважаемые подписчики, подарки, которые будут нужны в любом доме. Для любителей активного образа жизни мы приготовили термос и ланчбокс. Каждой хозяйке будет необходим новый утюг и электрический чайник. А часы прекрасно будут смотреться как в лаконичном интерьере кухни, так и в роскошной гостиной. Поэтому подписывайтесь. Может быть, в этом году повезет именно вам. Участником розыгрыша может стать каждый подписчик Тихоокеанской газеты, который до 11 часов 27 декабря принесет в редакцию оплаченную квитанцию о подписке на газету. Стоит отметить, что оформить подписку вы можете как на любом почтовом отделении, так и в редакции Тихоокеанской газеты. Но если вы подпишетесь у нас, то еженедельно новый номер Тихоокеанской газеты вы будете получать в редакции в кабинете номер 4. А если вы подпишетесь на почте, то каждую неделю в вашем почтовом ящике будет лежать новый номер Тихоокеанской газеты. Розыгрыш призов пройдет в последние дни уходящего года, так что поторопитесь, времени осталось совсем немного. Уважаемые жители городского округа, с нетерпением ждем вас в списке наших подписчиков. Подписывайтесь, Тихоокеанская газета всегда будет с вами. В любом случае, в выигрыше останутся все подписчики Тихоокеанской газеты, потому что в нашем издании публикуются важные городские новости, печатаются вступающие в законную силу документы, а также рекламные статьи и объявления.